Деку подает и с левого фланга. И еще один мяч в сетке наших ворот. Это Криштиану Роналду, который теперь оказался в нашей вратарской. Но вот такой сюрприз приготовил нашей сборной Луис Филиппе Скаларе. Конечно, потрясающе взаимодействуют полузащитники. Вот все эти смещения и перемещения. Подача с левого фланга. Вот смотрите. Прострелы, где оказывается Криштиану Роналду? Он оказывается в нашей. Аршавин потерял мяч. Маниш сыграл направо. Деку.